В Северном Казахстане 170 агропредприятий уличили в нерациональном использовании земли. Не ухаживая за своими наделами, фермеры не получали прибыли и экономили на зарплатах рабочих. Теперь их могут наказать, а земли передать новым арендаторам. С таким предложением выступили депутаты Мажилиса на выездном совете в регионе. На встречу обсудили актуальные вопросы земельного законодательства. В частности, прозвучало предложение выдавать одному человеку больше 50 тысяч гектаров земли. Еще одним условием может стать место жительства. Новый арендатор должен постоянно проживать там, где получил наделы. Если, например, он землю на 5 лет получил, он после 3 года первых не обрабатывает землю, потом последние 2 года обрабатывает. И, конечно, земля от этого пользы не несет. Поэтому мы сейчас выходим с предложением, если 2 года не обрабатывается земля, тогда земля возвращается в государственную собственность.